первом квартале 2023 года совершено 6 убийств на территории Гомельской области. Они все раскрыты, лица их совершившие установлены. Я могу сказать, что работа в части профилактики, следственной, проводимой другими субъектами, дает свои результаты. В том году таких преступлений было 8. То есть 2 человека осталось живыми. Конечно, все эти преступления трагичные в силу большой общественной опасности и последствий. Если брать причины, побудившие злоумышленников совершить такие преступления, к сожалению, это пьянство, и, как правило, и развивающие в силу этого внутрисемейные бытовые конфликты. Вместе с тем, не все убийства были такие. Очень большой общественный резонанс получило убийство, совершенное в марте в Мозырском районе, где в своем доме были обнаружены супруги, престарелые граждане с множественными телесными повреждениями. Здесь хочу с положительной стороны отметить взаимодействие следователей с сотрудниками уголовного розыска и иных подразделений органов внутренних дел, потому что 2 суток буквально никто не спал, но благодаря совместным действиям, следственным, оперативно-розыскным мероприятиям лицо, совершившее это страшное преступление, удалось установить и установить с ним психологический контакт. Он дал признательные показания. Основным мотивом, который двигал этим нелюдям, по-другому не могу назвать, а проживал он, к слову, неподалеку, неоднократно бывал у стариков, это деньги. Еще при осмотре места происшествия, в общем-то, было понятно, что двигало преступником, но что он нам и подтвердил при допросах.